стоим пред Тобой в этом зале, Господи Боже мой. Я, Господи Боже мой, особо Тебе, Господи Боже мой, благодарен, Господи. Благодарен Тебе, Господи Боже мой, Господь, за, Боже мой, Твое Слово, Господи. Слово спасения, Господи Бог мой, аллилуйя. Господи Боже мой, мы сегодня, Господи Боже мой, здесь вспоминаем, Господь, Твои страдания, Господи Боже мой. Твои, и, Господи Боже мой, Господи, мучения, которые Ты, Господи Бог мой, Господь, нес на этом кресте, Господь Бог мой, за нас, за наши грехи. Также, Господи Боже мой, мы радуемся, Боже мой, Господь, о нашем спасении, ибо Ты, Господи Боже мой, Господь, спас нас, Господи, Своей, Боже мой, драгоценной кровью, Господи, и Своей жизнью. Слава Тебе и хвала, Господи Бог мой. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, Господи, за то, что Ты не оставляешь нас, Господи Бог мой, но питаешь и кормишь нас, Господи Боже мой, Духом Твоим святым и Словом Твоим, Господи Боже мой. Слава Тебе, Господи Боже мой, за духовную пищу, Господи, которая, Господи Боже мой, Господь, у нас имеется. Слава Тебе, слава, Господи Бог мой. Не дай нам, Господи Боже мой, Господь, болеть духовно, Господи Бог мой, аллилуйя. Но, Господи Бог мой, исцеляй нас, Боже мой, Господи, Твоим словом и молитвой, Господи, аллилуйя. Слава Тебе и хвала, Господь, за всю Тебе благодарность, Господи. Приносим Тебе, Господи Боже мой, и эти десятины, пожертвования, Господи Бог мой. Прими, Господи Боже мой, их из рук наших, Бог мой, аллилуйя. Потому что Ты, Господи Боже мой, нам даешь, питаешь и кормишь нас. Ты сказал, Господи, чтобы мы принесли все десятины в дом Твой, Господь, аллилуйя. Мы, Господи Бог мой, исполняем им, Господь Боже мой, Твою заповедь. Во имя Иисуса Христа я молился. Аминь. Совершим еще нашу, еще не последнюю молитву за собственные средства, и пусть Господь благословит каждого, каждого в этом собрании, каждого, без исключения, от старца до ребенка. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, Господь, что мы имеем сегодня возможность, Господь, и участвовать и в этом служении, Господь. Благодарим Тебя за это материальное служение, что народ может приносить, Господь, приносить то, что чем Ты благословляешь нас материальным, Господи. Благодарим Тебя, Господь, за наши пенсии, за наши работы, Господь, за наши подработки какие-то, Господь, за все прибыли, которые Ты даешь нам, Господи. Слава Тебе, Господь. И народ Твой принес, Господь, в дом Твой, чтобы в доме Твоем был хлеб, Господь, и устройство, Отец. И Ты благослови каждого сегодня, Господь. Благослови миром Твоим, наполни сердца наши, Господь, и дай разума, мудрости, кто будет, Господь, вкладывать, именно вкладывать, не тратить, а вкладывать эти средства, Господь, в дело Твое. Благослови Игоря Михайловича как пастора, благослови, Отец. Мы молим и просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь.